И всем привет, вот мы вернулись в игру. Вот бегал Лизой по миру, искал книжки, ну как, разное там всякое. Вот еще рабочую одну нанял, у нее в инвентаре как раз эти книги лежат, ну там на аванпост. Она должна была отнести, но на нее напали рочи, дали ей люлей. Вот, а мы тут сражаемся с этими бомжами. А, у главаря, я думаю, кто мне наносит урон? Главарь наносит урон своей колотушкой, мечом. Блин, не попало. Мы тренируемся. Понятное дело, что тут все очень медленно. На, серьезно, выбили ее. А, нет, она просто упала. Притворяется мертвым, что ли? Это тебе там вообще-то лутает, алло. Слышь, вставай давай. Они куда-то пошли, ну и фиг с ними. Так, давай-ка подними. Ну-ка, ну-ка, давай пошли ограбим этого. Там уже ничего нет, я уже ограбил. Так, там же ничего не забрали, нет? Так, обобрать. Ну, можно продать, тебе нет, оно ему уже это не надо. Может, мало того, что мертво. Так, это же стандартная. 1.1.80. Ни о чем. Сколько стоит? Нисколько. Так, умирает. Обобрать. Так, а что там, на кого там нападает? Ты где? Куда потянули этого? Давай, иди ложись. У тебя еды полно? Было, да, есть у меня еда, нормально все. Так, у тебя ничего нет, ремонтируй его. Все-таки же хочу, чтобы когда-нибудь с этими фермерами мятежными или голодными бродягами, они тут вообще есть где-то. Пыльные бандиты. Это что-то вроде видел такое. Разбойники, черные псы, охотники, это не то все. Голодных бродяг, что ли, нет? Просто бродяги. Берсерки есть. Торговцы, гильдии, голодные бандиты. Вот они, минус 15. А это голодные бродяги. У них, наверное, вообще никаких нету фракций. Мятежные фермы, не они же. Неважно. Что-то там уже отремонтило. Давай этого смотри. Не, сначала отобрать. Во. Это можно продать. Сколько оно там мне не стоило, но это за... за услуги, так сказать. Эти бедняги ползают что-то тут. Увечья. Тому вечно, но не умирает. Это умирает. Давай. Так, без сознания, но быстро лечит. Это правда. Не, ничего не будет ей. Залечим сейчас быстренько. Так, этого вылечили. Ну-ка, давай обобрать. Вот. Говоришь, ничего нету. А если поискать, то есть. Сейчас мы тебя быстренько подлатаем. О, уже без сознания будет. Уже не умирает. Так, а ты? Умираешь. Ну, не так все плохо. Тут тоже не так все плохо. Это намного хуже была пострадавшая. Так что нормально. Так что-то мне выбили грудину. Защита слабая, конечно, персонажа.
Да и она вообще сама пока еще слабая. Хотя уже дает, конечно, люлей, но... Вот этого рвача я сам могу завалить уже одного. Но Лиза валит его. Так, животик подлатаем. Эти, походу, не знают, что им делать и куда им идти. Так, не все из них выжили почему-то. Хотя там вроде бы как будто бы все нормально должно быть, но... Крови, что ли, истекли? Но я все равно не могу всех спасти. Ну, комнату поправки. Это мертво, но у нее длинная палка, мне некуда ее положить. Вроде бы как. Или есть куда? А, ну. Все разложить. Нет, некуда что разлаживать. Сейчас попробую этих подлатать, которые вот кружатся на месте. Не знают, что им делать, походу. Город он рядом. Не проблема. Что ты там спишь? Спит. Восстанавливаешься? О, вот она уже может даже бежать. Тогда подожди. Тогда беги вот сюда. Будешь фермером у нас. Она, кстати, хороший фермер. У нее по фермеру именно все. Где там навыки? Фермерство у нее 60, так что да. Давай. Как раз ночь. Ты побежишь. Будешь кайфово, даже атлетику на одну единичку, пока ее там вылавливали. Так, все, залечили, отлично. Пробуем этого. не получится, можно только напасть. Давай. Или не надо. Я хотел их подлечить, но почему-то не получается. Только можно атаковать. И поднять их нельзя. А, ну присядь, может, я смогу сделать тук. Точно. Вот, еще немножко потренировались. Так, давай вот этого обобрать, само собой. О, палочка, ковырялочка, тебе не надо. Куда, куда покатился? Алло, студент. Так, потемнело, это хорошо. Инвентарь, пока лампочку спрячь. Не будем палиться. А, нормально, сейчас быстренько его там залечат. Этот без сознания еще довольно-таки долго будет. Так что ему ножку. Он проснется, а ему уже ножка целенькая. Правда, у меня нету этих вот с собой. Так, где там наша? О, бежит. Правда, очень медленно. Реально медленно бежит. Но я и меч дал. Вот этот. Не очень, чтобы очень. А может, ты все-таки еще подождешь? Ладно, у нее 3-4 перегрузки, она вообще не сможет никуда бежать. Я думаю, может, еще книги ей напихать. Потому что я сейчас пойду книги брать ночью. Так. Обобрать. О. Это хоть что-то стоит. Так, бинты потихоньку иссякают. Ну так, не сильно, но иссякает. Давай. Лечи. Рвач. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты меня видишь, рвач? Видит. Надо немножко облегчить свою ношу. Бери сюда. Так, тихо. На. Бей-бей-бей. Давай, бей-бей-бей, на, 32, 50, 28, тун-тун. Ну-ка, что там у тебя? О, животик пробило, неплохо. О, красотка. Она еще не... А, она еще и живая, алло. Я думал, она вырубилась, она в полете проснулась. О, на сюда. Как там где-то ползал этот вот? Блин, я сегодня не смогу забрать. Так, давай долечим этого студента. Мертв, вот не оно. Вот оно. Нет.
Что тут кого-то... А, во, во, во. Гидличи. Что там у тебя с ногой? А, нормально. Посох надо все это позабирать. Не лезет. Так, давай, лечи, лечи. Качай свои навыки лечения. Полевой медик уже аж 86, неплохо. Она прям с того света поднимает практически. Ну, если успевает, конечно. Так, что там еще в инвентаре есть? Так, косточки, косточки, косточки. Их никак, как ни крути, косточки, их не вместишь. Хотя, почему ты не вместишь? Ну, это пускай бежит. Она как раз за ночь успеет далеко убежать из этой пустыни. 11 всего лишь. Где там твоя атлетика? 11. Качается потихонечку. Может чуть ускориться. Съела, там я видел. Так. Ой-ой. Беги вот всю. Это что, еще рвач? Ага. А мне некуда его положить будет. Так, 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 подожди, подожди. Тут где-то яма была, вон туда иди. Кто тут валяется? Помощь нужна? Ага. Это же этот, который... А ну беги сюда. Так, подожди, фонарик убери. Чтоб тебя не сильно видели. Давай сюда. Ну-ка сядь. Сделаем тук. Обобрать. Тебе ничего нет. Первая помощь. Вот хорошо. Так. Ой-ой. Ага. Стелс работает замечательно. Так, все, еще один есть. Его никто не заметил? Давай, скрытности, выходи. О, вот сюда. Вот здесь вот, короче, этот ползал раб такой. А ну карту. Может, я его вижу? Вот он, вот он. Блин, автосейф не вовремя. А где он? Это пятна просто. Это не ты. Он просто тут внизу был, когда я его оставлял. Но он уползал куда-то. Может, он тут и есть где-то? Я его не вижу. Он у меня зелененький светился. По идее, он должен быть у меня на карте. Как союзник. А, это моя карта. В смысле, это... Ладно, давай сюда. Куда он мог поползти, интересно. Я просто ему еду хочу отдать. Потому что эти... Из улья едят только вот эту тухлятину эту. Блин, его так и не видно. Может, его украли уже, утащили куда-то. Так что, блин, все что угодно может быть. Не знаю, куда он делся. Но он зеленый подсвечивался. По идее, даже был на карте быть, но что-то я его не вижу. Правда, много времени прошло, он уже куда-то уполз. Нет, этого нет. А это кто, голодные бандиты, что ли, лазят? Они самые. Так, ладно. Не повезло. Значит, мясо можно выкинуть где-нибудь вот здесь. Может, когда-нибудь встречу, потом мясо можно забрать, оно не портится. Выбрось пока его здесь стопочкой сложи. Оно ничего не стоит вообще. От слов совсем его никто не покупает, ну, кроме разве что улья. Это ихняя еда. Плохое сырое мясо. Вот они как раз только его едят, больше ничего. Так, тогда можно вернуться за мечами. Вон туда. Жми давай, Лиза. Так, это кто? Вот это. Это просто кровь. Ладно. Я думал, может, он там. А вот и нет. А где там было сражение?
Я что-то напутал. Или они уже все пропали? Да нет, наверное, я что-то не туда повернул где-то. Не видно ни черта. Может, где-то здесь? А может, и не где-то здесь. Фиг его знает, блин. Ой, да ладно, короче, пошли в город. Пошли в бар сначала, продадим все. Эх, где он там? А, вон он. А вот здесь поближе есть бар, вот, по-моему. Давай сюда. Возвращайся. Неважно, не нашли ничего страшного. Там копейки на все стоит, господи. Ой, блин, а я забыл, что я кого-то послал там, Юльку. Точно. Так. Еще можно кого-то нанять. Говори. Давай поторгуем. О, рыбка есть. Немного денежку заработаем. Так, рыбку возьмешь? Все, возьми. Понятное дело, что я намного меньше, в смысле, не заработал вас слово совсем. Но, давай-ка. Давай, беги сюда, Юля, сейчас бочку закинешь, это все дело. Так, а да, что там наше? О, она уже выбежала неплохо так. Уже 13. О, давай-давай, беги-беги. Что-то за развалина какая-то. Какая-то развалина. Сейчас ей как дадут по заднице. Кто это такой вообще? Кто это такие? Самурая. А что тут? Что-то было здесь? Дрин. Руины уже. Тут хоть что-то есть? Валяется. Вывеска. Бар. Был когда-то. Или он еще... А, он, наверное, еще до сих пор есть. Не знаю. Короче, беги. Вроде тебя пока никто не трогает. И хорошо. Заходим в бар. Где бармен? Вот бармен. Давай к делу. Вот тебе хлам этот. На этом можно деньги заработать. Так, мясо оставлю, его потом пожарю. О, замечательно. Вот еще косточка. Ну, что-то восстановили. Так. Вот. А, вот зелененький. Это ж воры шиноби. Так, здесь вот у нас есть... Вот они. Кочевники и эти. А, давай сюда. Так, ты уже ушел, да? Так-то так, фонарик-то убери. Пока что. Мясо в сумку положи. В рюкзак. Это я взял. Там на кого-то охотится. 20, 10 тысяч, 30. Так, ну-ка, присядь. Может, мы кого-то можем сделать тук? О, этот послабее будет. Блин, ушел, козел. Оружейник. Обнаружила локация. Где? Блин, не заметил. Это, наверное, вот ты, да? Обнаружила локацию. Где ты вообще находишься? Ты только что пробежала возле нее. Или вот это. Ты какое направление двигаешься? А, наоборот. Что-то я не вижу никакой деревни. Она где-то есть. Что-то как-то вот... А, еще впереди, он еще. Ладно, 10 там трогать никто не будет. Давай, к Лизе, это уже скоро светать начнет. Сколько время там? 4 часа утра, блин, всю ночь пробегал. Фигня прострадал. Ну, еще успеем. Так, сохранись, во-первых. Денежка. Вскрывай. Открывай. Он уже один проснулся, студент. Чтоб ты был здоров. Давай, заходи внутрь. Так, книжки давай сюда. Книжки мне нужны. Это мне не надо.
там спит, тут нет, наверху спит, отлично, давай сюда куда-нибудь. Так сильно быстро ходишь. Нету ничего. Книги, давай, что это такое у нас тут? Разная мебель. Опорная балка, бла-бла-бла, почему бы и нет, забирай. Сюда. Ну быстрее, смотри, давай. О, 4 книжки, деньги. 5к там, но все равно. Пусто. Так и знал, давай сюда. Так, оп-оп-оп, там у нас набор шин. Забирай. Шины мне нужны, набор шин. Открывай замок быстро, 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 быстро. Ага. Тут одна сталь. Не то, что я хотел бы найти тут. В бочках. О. Простая мебель, бери все равно. Тут только фигня. Ты не одну тоже бочку наводишься? Да вроде нет, а содержимое вроде как. Так, это все ремкомплекты, они дорого стоят, в принципе, я брать не буду. Так, что это у нас? Чертежи продвинутый форпост. Так, конечно, берем. Так, ноги. Делаем отсюда. Тут больше ничего нет. Ткань, всякая фигня, ножовка, миски. Давай, на улицу. Супер-невидимка. Может, еще и сюда успеем, а? Ты же у нас прям... Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Кто-то меня видел. Ага, охранничек. Так, сколько время? 5:23. Они в 6 должны открываться, так что, может быть... Может быть, я еще успею. Ой, я спалился. Этот глазастый меня увидел. Сильно уже светло, да. Слишком светло. Где ты там? Ну давай, грузись быстрее. Иди сюда. Скрывай. Пока он-то будет идти... Ох ты, куда ты ломанулся? Так, ну я уже спалился. Закрой дверь. Странно, заметили, не заметили, да фигня какая-то. Так, бинтик, говоришь, давай, бинтик мне нужен. О! Эти штуки мне тоже нужны. Продвинутые вещи. Медицина просто очень хорошая. Вот это. Болтик. Тряпочки вот эти. Да я все у тебя заберу. Сейчас посмотрим, штраф останется или нет. По идее, должен остаться. Карты. Так, место уже известно. Место уже известно. А вот это нет. Ты что там, что такое? Ты ее назад, что ли? Я ее назад откидываю. А как его прочитать-то? Правый клик. Ладно, потом пока. Так, о, и сюда. И сюда. Ну-ка, инвентарь. Ага, карта добавлена. Три локации. Карту. Угу. Во. Неплохо.
8 секунд еще. Да, скорее всего, штраф будет. Так, книжечки. Много книжечек. Еще карта. Уже известная. Книжечки, книжечки. Так, тут я его смотрел. Это я, кстати, продавал ему. Так, два ката еще возьмем. Всякая ерунда. Блин, столько всего. Куда это все брать-то? У меня все там наверху. В смысле, в базе все. О, какой большой. Так, 3 секунды осталось. А то с нарушением закона вообще никакого нет. Да блин, ты не сам, не смола открыть, ты шутишь. Давай быстрее сейчас проснутся все. Не, ничего нету. Как бы меня увидели, но ничего не увидели. Да быстрее ты, блин, у тебя ж такой навык офигенный. Блин, столько усилий ради ничего. О, другое дело. Так. Надо пойти сделать тук. Похитить. Оу. Тут у нас тут прям... Я не сильно в этом деле прокачанный получается. Насколько ты еще там будешь спать? Еще чуть-чуть будет спать. Давай, с первого раза. Ничего не знаю. Так, рюкзак еще один воровской. Маленький, правда, но рюкзак. Нужен ли он мне? Вроде как говорили, что можно в него слаживать, а потом типа в инвентарь положить. Ладно. Давай это скрывай. Пока все спят. Так, ну это ремкомплект для скелета. Бочки. Какая-то книжка. Ага. Надо валить. Ой-ой-ой. Открывай. На улицу выползай. Ну. Да все, все, все. О, награда 1000, зашибись. Откуда награда взялась? Я только что ж не было ничего. Так, взлом, говоришь, этот персонаж разыскивается, сдать его за награду. Срок награды истечет через 39 часов. Подумаешь. Так, этих грабанул, я грабанул. Что можно еще продать в баре? Так, а ну-ка. А ну, подожди, иди сюда. Так, ну-ка, ну-ка. Инвентарь сложи пока это на пол. Один этот. Сюда книжки. Блин, раньше нельзя было так делать. Или я что-то путаю. То есть, по сути дела, можно таскать ого-го, сколько всего. Что с перегрузом у меня? 34 всего лишь. Так, наверное, можно домой это все нести. На нашу базу. Где-нибудь вот сюда. А, давай. Так, Юлька, работай. Давай, работай. Лиза, чеши сюда. Так, это мадам. Ты прибежала? А ох, ты еще там чешешь. 14. Да. Ты сейчас еще на людоеду тут каких-то наткнешься, и ты не доживешь просто-напросто. Так, вон там дерутся. Кто с кем? А, собаки. Фермеры, да? Мятежные. А кого бьют? А, собаки бьют. Ну, собак, не думаю, шансов нету. Да, им уже хана, сейчас упадет собачка. Живучие какие. Так, одна минусанулась. Хоть еще целая.
Так, а кого там? Меня? Меня выкупили, да? А ты, вас много, да? А еще я так тяжело бегу, потому что почему-то, блин, я тяжело бегу. Ага. Давай сюда. В принципе, бегают они быстро, зараза. Я тяжелый просто из-за этого. Так, ну-ка, давай пару бутербордов сюда. Может, я лучше рюкзак туда запихаю? Рюкзак сколько весит? А вот они пишут 1 килограмм, а совместительность. Вместительность его не пишут. А, ага, в рюкзак сложить нельзя, понял. Тогда не на место все. Хотя одну шурму оставь, лучше вот это потяжелее будет. Так, больше нечего. А эти штуки что-то весят или нет? Не пишут, что они весили, но все равно можно сюда положить. Может, они что-то там да и весят. Нет, да, перегоняет меня, не то что догоняет. Козлы. А блинский туман этот, в смысле песок. С тремя я не справлюсь. Тем более она еще и побитая, блин. Грудь не зажила. Давай вон туда. Блин, шустрилые, блин, какие, а? Да ты посмотри, какие они шустрые. Может, где-то какой-то есть враг, чтобы можно было их переагрить. На рвачей, например. Рвачей не видно. Вот когда надо рвачи, их нет, блин. Надо дальше вглубь бежать куда-нибудь. Так не видно. Где-то там. А ну давай через верх. Да что ж такое этот пыльная буря? Я ничего не вижу, блин. Я только туда, а не сразу сюда. Оп-оп-оп-оп. Давай, хоть что-то видно. Так, сейчас меня влупят. Ага, не успел. Ох, как он несется, блин. Быстрее все равно. Сколько же у них, блин, атлетика? 49. А сколько у тебя килограмм? Явно, что очень много. На мне вещи очень тяжелые. 10 килограмм только вот эта фигня. Ну, это не очень тяжелая. Тут вроде как вообще не пишут, сколько она весит. А может, там можно было еще что-то положить? Блин, я сейчас рюкзак потеряю, так, уже поздно, надо было все книжки переложить туда. Ладно, где рвачи? Никого нету. Так, вон кто это? О! Фермеры, давай к ним. Сейчас попробуем переагриться. Так, сейчас получишь. Ага. Давай. Сюда. Оп. Сюда. А ты посмотри, как они, блин, сколько они шустрые. Давай. Сюда. День там. Ага. О, рвачи идут. И фермеры. О, там замес сейчас будет. А это не в нашу пользу. Давай сюда, куда-нибудь. Ага. Сюда. Я не вижу ничего. Беги. Бля. Чуть-чуть, правда, цепанули. Где она там все? Черт, и где? Я думал, что я быстрее всех бегаю, вот и нифига. Даже близко не быстрее. Так, назад, в смысле, в сторону.
О, замес идет. Так, надо как-то сманеврировать. Оп. Ага, сюда. Оп. И прям через фермеров побежали, побежали, побежали. Ага, назад. Оп. Сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично, отлично, отлично. Давай за кустик. Так, один прицепился. А смогу ли я тебе дать по жопе, а? Ай, нет, наверное. Не смогу. Слабоват я еще. Перегрузка большая. Это можно все скинуть, конечно. В смысле, я опять что-то нарушаю. Что я нарушаю? Я никого не трогал. Так, фермерам сейчас дадут люлей. Этот вроде еще пока живой. Там еще и собака он валяется. Это мятежный фермер, костопес, костяной пес. Так, ну тут фермеры меня не вытянут ни разу. Надо бежать дальше. Так. Так. Пробуем. Пробуем скинуть. А, так, если скинешь, давай сюда книги. Надо облегчить свою ношу. Во. Так, этот пока скинь здесь. Этот одень. Давай все наверх. Так. Снимай сюда. Это ты явно не успеешь забрать. Попробуй. Ага. Забрал. Ну, жалко, этот в этот вложить уже полный нельзя. Я ж помню, что-то было какая-то лажа с этим делом. Так, давай все сюда, все, что тяжелее, сюда. Бинты ты отсюда можешь брать, и еду тоже. Так, во. Еще и рюкзак можно вот оба скинуть. Так, давай отойди чуть-чуть. Ну, а теперь давай. Потанцуем. О, какая хорошая. Тун. А ты чё прибежал сюда? Иди отсюда. Чё там, ты же у всех перебил, что ли? Блин, фермеры с ними зацепились. Надо было дальше бежать. Да дальше не получается. С двумя я вряд ли справлюсь. Да, двигайся, камера, что там такое? Может, отбежишь пока сюда куда-нибудь? Да не вижу ни черта, блин. Так, мы пока уклоняемся. Бить не можем. О, сейчас получим. Так. Отбегай. А, блядь. Так, кто там рабочий, кого там? Опять? Ну я так и знал, что ты не добежишь. Кто там на тебя уже напал? Что это? Кто это? Фермеры? Нет. Крепыш, мятеж... Оу. Ты же не убежишь от них, у тебя 23. Перегрузки, правда, 0. Не знаю, вряд ли ты убежишь. Да, конечно. Она еле-еле ноги волочит, блин. Да что ж такое-то, все, блин, их все хотят избить. А ее так и забьют, что она просто не выживет. Насколько далеко ты от наших? Ох, ёж, твою медь. Ну ты и выбрала ж маршрут. Ну что с собой делать? Ты ж не драться не умеешь, ничего, не бегать. Там Лизу лупят, тут эти, блин, мятежники, тут собаки еще. Ты, тебе хана, ты в курсе? Ты послал, чтобы она книги принесла. Так, все, ее лупят уже. Назад. Да ну что ты, какой это, блядь,
чабарная, блин. Ни хрена ты не умеешь. Ни бегать, ни ходить. Ай. Клетика 15. Хотя бы, чтобы 20 было, может быть, она бы убегала от них. Но нет, она не может от них убежать. Беги. Беги. Да ну они ее делают как стоячую, блин. Еще и по жопе получил. Ну ты не дурочка. Ну дерись давай тогда. Что же делаешь? Сейчас тебя быстро убьют. Так, еда у тебя есть, да? Да, еда есть. Ложи сюда в рюкзак. Кстати, может быть... Если все это положить, у тебя вообще никакого перегруза не будет. Может, ты все-таки успеешь рвануть? О, слушай, вроде как побыстрее побежал. Так, куда, куда? Давай. Ну, о, ну хоть что-то. Хоть какой-то у нее появился. Мало-мало шанс. Все равно догоняет. У меня еще живот подбитый. Блин, этот козел быстрее бегает. Ну да, у него 32. А, нету. Сабля. Тебе 15 атлетика, 15% перегруза. Угу. Она не убежит никогда в жизни. Ей бы подлататься. Она не успеет. Так, это кто? Самурай. О, давай к самураю. Слушай, этот может мне помочь. Ну, ешь твою медь. Давай, 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 давай. Беги дальше, беги, 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 беги. Так, отлично. Ремонтся. Беги. Ё. Она вообще, у нее нет никаких навыков. Просто. Ногу так сильно повредили, офигеть можно. Просто с одной тычком, одним тычком. Так, фермеры, я не понял, что это вы на меня начали нападать? Ну-ка, фракция. Где там те фермеры? Голодные бандиты. Торговцев. Мятежные фермеры. Ноль. Давай, давай, ножку, ножку ремонтируй. Сейчас всю шину поставим тебе. Так, собачку убили. Без сознания. Так, это у нас союзные города. Союзные города вроде к нам должны неплохо относиться. Так, ССС. О, особенно города 14, да. Так, я подлатался, давай ши... Наложи шину. О. Так, пошли собачку полечим. Так, говоришь, такая фигня, но она очень тяжелая, да? 20 килограмм весит. Она и так еле ходит. Сандалики, шапка у нее есть. 6 килограмм, не. Давай лечи ее, что ли. С одной потренируешься. Ой, Лиза, блин, тебя там уже, по-моему, вырубили, да? А что случилось? А, что случилось? Убегать надо. Что случилось? Уже 1500 награда, да? Местные власти разыскивают этого персонажа. Взлом нападения. А кто на кого нападал? Ты там все подлатала? А чё? А, понял, у тебя же нет ни черта. Бери. Вот теперь латайся.
Так. Тут же опять же такие фермеры валяются кругом, да? Там еще. А дети делись, подожди, деятели, самураи вот эти. А, вот, нет. Это просто фермер. Ну не могли они просто куда-то убежать. Типа им надоело, они убежали. Тут тоже фермеры. А, это кто? Охотник за наградой. Это тут вообще такой движняк происходит. Фиг поймешь, что на кого нападает. Так, а тут что? Тут мясо лежит. Давай-ка обобрать. Понял. Беги, 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 беги. Награда пройдет, наверное, где-то через... А, вот и нет. Ладно, неважно. Так, мясо забираем. Не будем на кого нападать. Давай-ка фермера полечим. Мятежных. Ну-ка давай сюда. То есть ты уже меня заподозрил? А, нет. У тебя нет ничего, давай, ремонтируй ее. А то он умирает. Тут вообще даже не ранен. Ударь его, ударь его. Опа, по пузику. Опа, ты не такой хороший. Опа. Ладно, меня не трогает, и ладно. Оп, а что это мы так вдруг меня решили бить? Я вроде тебе там помогал, твоему другу. Ох ты ж, мудень крашеный. На тебе. А бинта у него нет. Слушай, откуда ты сандали взял? А, блин. Слушай, сандали хорошее дело. Может быть, когда бегать, она ж скорость бега увеличивает. Ладно, мне они не нужны. Отдай их. Лечись, лечись. Так, какую там шину? Нарушает закон, 12 секунд, за него может быть награда. Так, сейчас еще и мне дадут люлей, да? Ага, он, отлично, он отвлекся. Отвлекся, но не на меня. Сейчас посмотрим, посмотрим, посмотрим. Бумс, 41, на тебе. Еще. Если его вырубят, я могу его подлатать, что-нибудь у него забрать. Или нет. Блин. Ладно. Так, ты же этого не вылечила, да? Нет. Продолжаем, что у нас там по бинтам. Еще дофига этих мелких бинтов. Я про тебя уже забыл. Нормально, да? У них там ничего не было, костяной пес, да подожди. Умирает, ну-ка, 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 давай-ка. Подлечим пса. Так. Тоже умирает. Ну-ка, смотрим. У нас хоть что-то прибавилось к этим фермерам мятежным. Не-а. Ничего. Хотя бы одну единичку, чтобы они нас не нападали. Если вообще такое возможно сделать. Так, ну уже не умрет. Так, вот мятежный фермер. У него есть что даже взять. Арбалет. Копейки стоит, да? 180 стоит. Стоимость продажи. Болты и то дороже стоит. Да ладно, возьму. Плата. За это можно бинтик будет купить. Как ты тут собачку-то ремонтируешь? Ремонтирует. Так, тем туда пошли. Отлично, нас спасли. Ножка пока потихоньку зарастает. Эту собаку тоже может попробовать вылечить. Умирает. Брось эту. Пока что. Ну, бегать неплохо пока что.
Давай-давай, я в тебя верю. Голову перебинтуем сейчас. А грудь пробитая просто капец. Ну, кровь еще есть, 41. 41 единица. А уже 42 начало копиться. Значит, уже не умрет. Сейчас грудак немножко восстановит. О, все. А что это, ты говоришь, бинт кончился, что ли? Натуре. А у тебя нету случайно? Не-не-не. О! Варюга! Ты ж дай сюда. Иди сюда. О, это у нас... Да что ты... Блять, он же даже не встал. Бей его, что ты стоишь, смотришь. О. О, красавица. Сейчас она выпадет в осадок. Давай-давай, тресни его. Ой-ой-ой, ой, тебе хана. Ах, отлично, он упал. Он упал без сознания. Так, может быть, доспех хоть какой-нибудь возьмешь? Сколько весит? 3 килограмма. 3 килограмма не так много. Что за шапка? Пустыня, буря. Да ничего она не делает. Скрытость только добавляет и все. Ну, так, собака что там? Давай собаку. Вообще себя сначала полечи, да? Для начала. Да, у нее, конечно, ни защиты нет, ничего. Ну, хоть было что-то. Да и навыков у нее особо-то нету. Ускоряйся давай. Так, оп-оп-оп. Лиза? Так, ты тут уже подлатала этого. Иди сюда смотри. Ух ты. О, у тебя бинтик есть. Сколько стоит? Фигню. Давай. Ты уже хочешь сказать, ты подремонтила или у тебя бинт закончился? Алло? Или пес помер? Да нет. В чем проблема в таком случае? Оу, людоеды. А можно я убегу отсюда? Наверное, уже поздно. Был шанс, а ты им не воспользовался. Неужели они меня отпустят? Так, это еще что там? Так, давай сюда беги. Сейчас тебя надо наваляет. Не-не, давай хоть по-нормальному посмотрим это. Кого-то ручку отрубили. Ножку. Это просто разрывает тут. Так, ты бежишь там? Давай, все, вот и вали отсюда. Чем быстрее ты отсюда убежишь, тем лучше. Тебе еще далеко бежать, давай, к этой Лизе. Ты уже отремонтила его? Так, что у него тут? Меч есть. Нафиг он нужен, копейки стоит. Пока ковырялка. Умирает, давай первую помощь. Это тоже умирает. Надо что-то дождаться, пока будет критическое, и это его спасать. Давай. Пока нет критического. Ну давай. Ты смотри. Мы же грудину сильно пробили. Но. Да ты посмотри, как там серьезное какое ранение. Это стоит. О, критическое. Это с таким-то большим навыком она не может его спасти так долго. Ну, правда, да, я еще использую примитивные бинты. Они, конечно, не очень, как чтобы очень.
Застава стражника, ну-ка. Да. Да как? Где ты там, а вот она. Ничего себе, ты ее обнаружила, черти где. Можно чуть-чуть побыстрее. Все, тут уже не умрет. Он в комнате поправки, грудь мы его сейчас подлатаем. Опять ты, блядь. Ну что ж такое всем от вас надо, блин. Ты посмотри, эти фермеры, тут тьма, блин. Она опять от них не убежит. Вообще-то, вроде бы, как будто убегает. А вот и нет. А вот и нет. Да, бля. Уже 16 у тебя, у этих тюленей сколько? Неизвестно. Сила, ловкость, уворот. Они тебя убьют просто, ты понимаешь это или нет? Еда у тебя есть, скинь. Им нужна еда. Так, 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 так. Ну хоть кого-то ударь. Да капец, это нон-стоп, ее, блядь, атакует и все, она, блядь, сейчас собака тебе еще даст. Люлей. Да нет у меня ничего, идите нафиг. Мечта у меня не заберут? Нет, они искали только еду. Как ты там? А никак, она не очень, чтобы очень живая, надо Лизу сюда бежать. Оно мертво? Ты ее не спасла? Ну, давай хоть этого долечи. Не долечили. Хотя живот тут подлатало, вот грудина нет. Давай полностью залечи его. Сейчас посмотрим еще раз. Фермеры эти. Опа, тут гнездо еще. Нам что-то как гнезда не хватало. Так, мятежные фермеры, где они там? Ноль все равно. Все. Беги к ней. Давай сюда просто беги. Не, давай беги сразу первую помощь. Алло. Лиза. Я что-то тебя не понял, блин, ты что застрял? Блин, паузу я вроде что отжимал. Да уберите эту карту. Давай, мчись. Перегрузка 41%. Много, конечно. Но зато будет сила качаться у тебя. Так, что-то может быть еще переложить сюда. Вот бинтик убрать куда-то. Сюда. Эту фигню не влезет. Сколько оно весит? 2 килограмма. Ты уже 2 килограмма сюда положил. Да? Вернее, килограмм туда. Зубочистки тоже не влезут. Фермеры, да? Уже заметили. И рвач еще за мной несется. Что-то, Лиза, ты сильно медленно стала бегать. Не, она вообще-то несется неплохо. Сейчас, сейчас эти рвачи переключатся на них. Наверное. Ага. А я сейчас оторвусь от них. Да, я довольно-таки ускоряюсь. Давай, фермеры, бейте его по заднице. Ну... Ну никак. Лиза, ты что только что остановилась, не знаю, на полсекунды? Специально, что ли? Такое ощущение, что расстояние немножко сокращается.
У меня нога, правда, немножко побитая. И фермеры просто догнать ее не могут. Ага, все. Не знаю, с четырьмя фермерами она справится или нет. Вон еще фермеры идут. А, они отстали. Отлично. Можно ускориться. Можно еще быстрее. Кто-то там мясо только что увидел, съел. Что-то там. Кому-то поправки нормально доживешь. Ничего критического у тебя нет. Лишь бы тебя эти не нашли. Как они? Так, какой-то лагерь. Что за лагерь? Я паузу не нажимал. Алло. Не знаю, какой-то лагерь. Торговцы поперлись. Полторы тысячи. Нет, награда не пропадет, походу. Это ладно-то на базе там. Опять кто-то приперся. Все пошли отдыхать. Умирает. Ну, подлечить его, что ли. Комда поправки. Мертво. Умирает. Вот и стоишь. Чего не делаешь? Давай. Прокачайся пока. Обобрать. Ему уже не поможешь. Мертво. Больше никого? В смысле? Я случайно вобрать взял, да? Да на кого ты там наводишься? Уйди туда, помоги. Вдвоем быстрее. Что там, поле? Воды нет, да? Некому принести воду. Ладно. Что ты там? Комната поправки. Кстати, ноги даже заживают сами по себе. У них нет минуса. Вот это нифига не заживет. Лиза, что там у тебя? О, она уже в этой местности. Подзагрузки эти, блин. 3 года, 3 ночи загружаются. Восемьдесят три. Скорость бега. Ну, книжек набрал. В принципе, я и хотел, чтобы книжек набрать. Урвать это что забыл? С той стороны шел. Вон он. Целенький, целенький. Чего тут забыл? Так сразу надо, когда прибежит, ты будешь ее лечить. Первая помощь, давай. Блять, она останавливается и все. Ничего не делает. У тебя что, бинтов, блин, нет или что, я не понимаю. Есть у тебя бинты, что ты не пишешь туда? Не можешь найти ее. Так можешь найти, блин. А так, когда я скажу тебе, что ты хочешь, иди лечи ее, а ты не бежишь туда. Как далеко? Ага, ой, еще далеко. А вот уже она появилась, ее значок. Бегает вроде быстро. 83%. По идее, ты уже можешь ее... Да, уже приближаемся, вон она. Не, ну так-то еще, конечно, я не увижу. А нога уже почти заросла. О, походу там этих
с кем-то там дерутся. Нам надо ее забрать и убежать отсюда. Давай, жми. Так, вот тут бежали чуть подальше. Стой. Ложи ее. Лечи. Ну, можешь, когда умеешь, когда хочешь. То есть, что там у тебя, комната поправки. Хватай ее. Она уже шиносе есть. Взяла, молодец. Тащи. О, лагерь какой-то. А ну пошли туда. Это не этих. Не людоедов ли случайно? Козлики. Это кто? Кочейники, давай, иди. Не положи ее. Лиза, ты где делась? А. Уже. Слушай, а может быть я с тобой поговорю? А ну. Так, у тебя есть что-нибудь на продажу? Козлы. Взрослый, взрослый. Все старые, блин. Алло. Самый молодой 50. А, подросток написано. Вот еще подросток 55. Надо ли оно мне? Думаю, что нет. Ой. Как долго ты будешь? О, 16. Так, ладно, хватай ее и побежали. Да не-не-не. Домой. Они тут без меня ни черта не делают. Кто там? Людоеды забирают своих же, да? А, нет, этих. И тащат куда-нибудь свою норку. Так, давай, Лиза, беги сюда. Фермеры сами не могут дойти. Просто не в состоянии. 10 у нее атлетик, это вообще ни о чем. Она просто не может бежать. Ее все догоняют, абсолютно все. Что животные? Все, кому не лень, короче говоря. О. Можно ускориться. Уже у нас лагерь должен быть скоро. Уже побережье уже. Или не скоро. Ну, в принципе, уже относительно скоро. Рэй, что с тобой? Ты где там пляшешь? На кровати. Может, ты ляжешь что-то там, я не знаю. Во. А теперь вставай. Жрать это умеешь? Ну, пока еще нет. Так, где там Лиза? Уже прибежала практически. Давай, тащи ее, пускай она там спит. На кровать, пожалуйста, отнеси ее. Вот на вот эту. Перегрузка 52, отлично. Но атлетика вообще не покачнулась. Сколько она полкарты пробежала и вообще ничего. О, она вообще с почти, почти не качается, эта атлетика. Ложи ее. Идешь мясо жарить? У тебя полный рюкзак мяса. Во. Так, надо кому-то передать это мясо. Юля, у тебя есть место? У Юли всегда есть место. Она будет жарить вместо меня мясо. А мне дело поважнее есть. Сейчас книжку надо, книжки надо сложить. Давай сюда. Беги. Так.
Фишки эти как раз нужны. Самые простенькие. Без них ничего как раз не получается исследовать. Так, тут все. Где-то наш арбалетный шкаф в этом здании был, ладно. Так, смотрим, что можно изучить. Технологии. Так. Ковка оружия. Что-то не хватает. Улучшение добычи камня 2. Так, что тебе не хватает-то? Нужен стенд 3, а. Робототехника, стали, стали, ага, стальные слитки, изготовленные электрики. Так, обучение убийцы, обучение воровству. Во-во-во, перегонка с огой. Перегонка круга. Да это мне не надо. Я контрабандой тут не собираюсь. Так, фонарный столб. Ну давай хоть что-то. Изучай. Открой свое меню, пожалуйста. Инвентарь, вот это скинь туда. Так, отлично. Давай сюда. Открывай арбалетный шкаф. И специальный класс, это мастерский класс. Так, тут 28, 44, 60. 23, 37, 60. Это чуть похуже. Теперь он уже не ворованный. Так, арбалет туда же. Пускай лежит пока. Потом сбегаем, все продадим. Так, отлично. Это все такое мне. Это все расходники, они так будут расходоваться. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.